Привет, друзья. Рисую. Вот это мне шофер Тельманов. Или шофер Тельманов. Не знаю, как, ну, он поправит меня, извини. Пишет, а вот говорите, дети творческие, если их одних дома оставите, найдут чем заняться. Наблюдаю за дочкой, 9 лет. Когда уходим у нее на занятия, телефон, телевизор, мельчает ныне детская изобретательность. Ну, телефон, телевизор, да, 9 лет. А я и написал ему, синхронгимнастику при ней делайте. Начнет приглядываться не только в телефоне. При этом говорите, чтобы она слышала. Ай да как хорошо. Да, и делайте упражнения, дети же, они подражательны. Они, когда увидят, что вам от этого хорошо, они тоже будут делать и меньше в телефоне сидеть. Вот такие дела, друзья.